Всем привет, друзья, и сегодня я вам покажу топ-5 интересных модов, которые вам точно понравятся. Погнали! Итак, друзья, первый мод — это кепки и шляпы. Он добавляет в основном всякие шляпы на вашу голову, но эффектов никаких. Но все же они так красиво выглядят. Смотрите, друзья, у меня есть наушники. Смотрите, друзья, это так прикольно выглядит, да, друзья? Это все в 3D, это офигенно, как круто. Так, друзья, давайте Санту оденем. Хоу-хоу-хоу, как говорится, да, друзья? Скоро, ну, не скоро, конечно, но скоро Новый год, друзья. Через 3 месяца, что ли, да, друзья, что ли? Так, ладно, давайте приоденем, бо. Это что? Я забыл уже. Каска, что ли, друзья? Точно, друзья. А чтобы вам полноценно одеть, вам всего лишь надолго нажать и сделать, и все. А, я забыл, да. Эффект выдает, как бы. Что-то я уже забыл. Ну ладно, вот так у вас одевается. Так, друзья, ну вот, это кепка шерифа как-то странно выглядит, да, друзья. Как-то очень-очень странно. Ну и, конечно, маска. Масочный, друзья, режим, как говорится. Ну, от первого лица у вас, друзья, например, смотрите, вот мы одеваем вот ковбойскую шляпу, так. Как я понимаю, нам скорость добавилась. Ладно. Сейчас я, друзья, перейду на первый вид, короче. И вот, друзья, вот видите, сверху это я, значит, одел шляпу. Да, друзья, вот так вы будете от первого лица все вот так видеть. И так с каждой шляпой, ну... Кроме вот типа наушников там, да, вроде вот этого. Так, давайте вот еще Санту, видите, вот вы вот так будете видеть. Да, друзья, как-то неприкольно. Но рано или поздно этот мод чуть-чуть изменит, и все, и у вас будет шикарный вид на все. Ну а так, я, друзья, вот так на Родео буду ходить. Еще бы коня, друзья. Ига, друзья, вот и мой конь, да, друзья. Ну ладно, друзья, мы можем уже переходить ко второму моду. Погнали! Ну что ж, друзья, и это второй мод. И значит, этот мод на новую одежду, друзья, да. Она добавляет многое количество, короче, друзья, одежд. Ну, да, друзья. И вот так я теперь стал фермером. Вы просто жмете. Ну и, конечно, долго зажимаете, значит, вот типа вот так долго жмете и все. И он у вас, ну, типа, будет одет, друзья. Ну а чтобы снять, вы знаете. Да, друзья, сейчас я, значит, вот так одену. Вот все, я одел. Все, все, больше я не сниму. Ну а потом, друзья, мы, знаете, заходим сюда и вот просто берем и снимаем его. Вот, да, вот сюда просто ложим. Вот и все, друзья. Так, ну что ж, давай дальше приоденемся. О, все, друзья, король. Так, где мои изумруды, алмазы? Так, ладно, потом все, друзья. Так, о, полицейский. Мне бы сейчас пушку, я пошел бы поборников ловить или бандитов каких-нибудь. Да. Опа, а теперь я врать, друзья. Теперь кому здесь уколы поставить? Пошлите. Я на процедурку вас запишу, да, друзья. Ну и здесь ниндзя. Так, друзья, и мир в опасности. Пора бежать, куда-нибудь бежать. Да, друзья. И вот так вы можете переодеваться в любое. В любого даже вашего героя, например. Там полицейского, пожарного, медика и так далее, друзья, да. Скачивайте, все, конечно, моды будут в ссылке в описании, да, друзья. Но мы переходим к третьему моду. Итак, друзья, и это мод на мети террарии, да, друзья. И он добавляет много метей. И знаете, друзья, давайте я, значит, открываю, значит, вот это. И смотрите, просто здесь... Количество огромное. Здесь есть и такое оружие. Так, давайте возьмем, значит, вот такая коса. Так, давайте возьмем. Так, трезубец. Плазма. Нет, давайте нет. Нет. Я даже, друзья, не знаю, вот ледяной медь. Нет, это не ледяной медь. Это не розовый какой-то. И это, давайте возьмем. Так, друзья, короче, я, наверное, взял вот яйца призыва, вот мародера. Они не появляются, наверное, не знаю из-за чего, конечно, ну ладно. Так, возьмем, точнее, поставим их. Вы чё все разбежались-то? Так, друзья, давайте проверим, смотрите, значит, бьем, значит, вот первое. Куда пошел? Ладно, на тебе, с одного, друзья, удара просто.
Так, давай иди сюда, на, с одного, мы всех сейчас убьем. Сюда иди, куда пошел. Стоять, ты будешь наказан, о. О, из двух ударов, ладно, прикольно. Так, дальше, дальше, иди сюда, иди. Иди сюда, есть, друзья, все, вот, здесь какие крутые просто моды. Ой, это сильнее мети. Да, друзья, так, иди сюда. Иди сюда, на. Все, друзья, взяли и всех их одолели, друзья. Да, друзья, ну ладно, мы переходим, друзья, к четвертому моду. Ну что ж, друзья, и это четвертый мод на ясики с оружием. Да, друзья, конечно, мод добавляет вот 4 вот таких, типа, колбочек. И каждый, ну, это типа ясик. Каждый ясик выдает свое крутое оружие. А в моду их, ну, 22, что ли, оружия крутых, да, друзья. Ну что ж, давайте начнем с этого. Так... И у нас вот такой, друзья, медь, что ли, на 9 атак, что ли, как сказать. На плюс 9 атаку дает, друзья. Ну, нормально. Так, друзья, давайте дальше вот это проверим. О, вот это уже прикольно. 13 атак, друзья. Вот это я понимаю. Так, мне это уже нравится, друзья. Итак, давайте все вот это возьмем. О, ух ты! Офигеть, 25, это же легендарный. Вон наверху даже написано. Офигеть. Так, так, мне впервые, друзья, это идет. А это что, алмазный? А этот, друзья, так, просто на 16 атак дает. Это, кстати, не алмазный, друзья, это какой-то... Икл, я, друзья, короче, не знаю. Икл, кикл какой-то медь. Икл, я, друзья, не понимаю, да. Но этот мод очень круто дает. Давайте даже вот еще одну легендарку используем. Так, у нас здесь легендарная плюс 18 атак. Ну, это бита, короче, друзья, да. Скачивайте, друзья, если вы хотите там с другом там подраться. Вот просто берете такие мини-коробки, короче, пользуйтесь и сражайтесь. Кому что повезет, да, друзья. Но мы переходим к пятому интересному моду, погнали. Ну что ж, друзья, я ждал долго, и мы дошли до пятого мода, друзья. Это павшее королевство, друзья, да. Ну что ж, давайте приступим. Они добавляют, ну, этот мод, короче, добавляет яйца, да. Ну, яйца спавн, значит. И смотрите, друзья, ну, вы, наверное, сейчас все догадаетесь. Угадайте, кто это? Это Велоцираптор, да, друзья. Но из какого фильма? Вот, вот вы должны догадаться. Я вам в конце скажу этого мода. Так. Теперь смотрите, это брахиозавр, друзья. Он просто огромный. Смотрите, какой чудовище. Прикиньте, вы вот так идете по Майнкрафту и смотрите. А здесь вот этот топ-тяга идет. Такой идет, идет, вас придавило, и все, и вас нету. Да, друзья. Ну, вы, наверное, сейчас догадаетесь, это 100%. Если... О, все, друзья. Здесь вы уже догадались, да? Из какого фильма? Это «Мир юрского периода 2». Да, друзья. Вы, наверное, догадались вот из-за этого. Ну и, наверное, уже давно-давно догадались из-за Блю. А это у нас тот монстр, который скрестили, и он готов убивать всех. Да. Так, ну что ж, Блю побеждает, как всегда. Я всегда ставил на него ставку. Да, друзья, надеюсь, все-таки третья часть «Мир юрского периода» точно выйдет, да, друзья. Ну что ж, а мы давайте последнее яйцо спавна проверим. Конечно, друзья, в этом моду еще полно яиц. Ну, я бы не сказал полно, но приличная сумма яиц там есть. Так, ну это, конечно, во-во-во, аккуратней. О, смотрите на егошние глазики. Да, друзья, ну ладно, вот такой, друзья, у нас крутой мод. Скачивайте. Вы точно скачаете этот мод. Ну и, естественно, остальные тоже. Всем пока, друзья. Не забывайте подписываться на меня, ну и также ставить свои лайки. Ну, а пока что я вам хотел посоветовать один ролик на канале Red Enderman. Он снял там топ-3 мода, друзья. Заходите туда, я был удивлен, каких он масштабов нашел мод, да, друзья. Подписывайтесь также на егошний канал, да,
Он там топовостью снимает. Ему надо, друзья, набрать 150 подписчиков. Мы это сможем? Конечно, мы это сможем, да, друзья. Ну ладно. Также не забывайте скачивать эти моды. Вон он уже задыхается. Давайте поскорее скачивайте, скачивайте, друзья. Да, ну ладно, всем удачи и всем пока.